Обильные снегопады и сугробы во дворах стали в этом году настоящей проблемой. Центральные дороги города у снега продолжают отвоевывать сотрудники службы благоустройства. Ситуация, когда снежная зима, не в радость. Занесенные дороги затрудняют передвижение не только пешеходов, но и грозят автолюбителям заносами и аварией. Справиться с постоянно прибывающим на улице снегом бывает непросто, но уборка, несмотря на трудности, продолжается. С 24 января на подмогу коммунальщикам прибыла дополнительная техника. Хочу выразить огромное спасибо за оказанное содействие директору атомной станции, директору «Атомтранса», директору ОАО «ЭУС» за предоставление техники в оказании, чтобы снег вывести в городе. Работники коммунальной службы в очередной раз напоминают, дополнительная техника не поможет, если вдоль дорог будут стоять припаркованные автомобили. И настоятельно просят быть внимательными, выбирая место для стоянки. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.